Друзья, всем привет! С вами компания Хуб. Сегодня мы поговорим о комплектации и соберем вместе с вами кальян Хуб Атом. Начнем. Открываем крышку, и вас сразу встречает инструкция по эксплуатации. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ней перед началом использования. Ремкомплект в виде запасного магнита и шарика, коннектор для шланга. Итак, нам остается вынуть из коробки мундштук и сам кальян. Снимаем верхнюю часть шахты для того, чтобы освободить нашу колбу от упаковки. Вынимаем колбу, и внутри нее нас встречает шланг. Приступаем к сборке. После того, как вы набрали воду в колбу по уровню, надеваем шахту на колбу. Коннекторы для шланга у нас имеют магнитное соединение и удобно встают в паз. Вам остается соединить шланг с мундштуком. И ваш кальян готов к использованию. Спасибо, что выбираете Хуб. Приятного пользования!